1925 года. Учился в 7-летней школе. После окончания ее поступил в железнодорожное Лискинское училище, но закончить его так и не смог. Началась война. Работал в Свердловской области, строил мартеновские печи, восстанавливал завод «Красный Октябрь». В 17 лет Алексея Тихоновича призвали на войну. Через 2 месяца обучения он уже работал связистом в 112-м минометном полку. В 43-м году полк вступил в Брянскую область. Также в конце 43-го года полк вступил в Румынию, затем вступил в Чехословакию, в Югославию, Болгарию, стоял на окраине Германии. Война для Алексея Тихоновича и его полка окончилась взятием Вены. После окончания войны Алексей Тихонович работал 33 года в милиции, имеет больше 30 наград. Выйдя на пенсию, Алексей Тихонович 12 лет работал председателем организации ветеранов.